По и Николенко. 4 очка у Балашова. Нет, у остальных, по-моему, по 3,5 имеет Белоус. Белоус, Кузин, Козин и Кременецкий. Кременецкий, Кузин и Белоус имеют по 3,5. Вот это вот положение. Итак, 7-й тур. Заключительный тур сегодня. В нем встречается на первом столе Николенко Зильберт. Второй стол Балашов Белоус. Третий стол Костин Шведчиков. Четвертый Драгоморецкий Дворишвили. Пятый Агейченко Кременецкий. Шестой Улько Кузин. Седьмой Михайлов Коновалов. Прошу занять место.